Выше награды ордена медали. По правой, несущим во гробе живот здоровавый, истинный Бог наш, молитвами пречистая Твоя Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых и праведных Богоотец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Вот они, улочки Москвы. Петровский, Пресвятой Петровский монастырь. А вот и улица Петровка. Всеми любимая улица Петровка. На этой улице работают и трудятся лучшие люди России. Герой нашей доблестной, непобедимой армии. Полиции, армии, МВД, ФСБ, громче, прокуратуры. И мы сегодня в праздник, Светлого Воскресения, Христовой Пасхи. Мы идем поздравить героев, Петровки, героев МВД, полиции со Светлым Христовым Воскресением и с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича 2012-2018 и 2018-2024 года. А на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Высшая награда ордена, медали. Вот знаменитая Петровка. Нобелевская премия мира. Высшая награда ордена, медали. Пойдем, наверное, на проходную. Высшая награда ордена, медали. Нобелевские премии мира. Государственные премии. Фестивали славы и честь России. Высшие наградные ордена. Единая Россия. Отечество, долг и честь. Единство, веру и славу. Вот она, Петровка 38, знаменитая. Слава и честь России, высшей наградной грамоты, Дмитрия Донского, Владимира, председателя Святой Руси, маршала Жукова, вам, главным героем России всей планеты, Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Кирилле Пуйне, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу, Рашиду Марчину, Галию, Бортнику, Коновалу, Хальникову, Колокольцеву, Петровке 38, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, слава и честь. Вот она, знаменитая легенда. Герои нашей Родины, Отечества сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия». Медведева Дмитрия Анатольевича. Высшая награда, ордена, медали. Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Пузе, Светлане Владимировне, Медведевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Пузе, Семеновичу Собянину, Рашиду Марчину Нургалиеву, Колокольцеву, Бортнику, Коновалу, герою нашим Бортнику, Сердюкову, Коновалу, Чайке, нашим героям армии, МВД, ФСБ, ГРУ, МЧС, прокуратуру, Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы несем наш самый лучший в мире фильм подарить героям нашей доблестной полиции, нашей России, наш президент, наша сила, право, честь, в день Светлого Христового Воскресения. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила. Христос воскрес! Воистину воскресе! Поздравляем с Пасхой Христос с двумя президентскими сроками. Путина Владимира Владимировича 2012-2018. Поздравляем с двумя президентскими сроками Путина. Поздравляем с двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года. Председатель правительства партии Дмитрия Анатольевича. Высшая награда ордена медали Владимировичу Путину. Путину Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Пузе. Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Пузе. Светлане Владимировне, Олегович Медведев. Батюшка, благословите, батюшка, благословите. Пасхой, Христос воскрес! Два президентских срока Путина, спасибо! Высшая награда Медведев будет только что. Высшие иерархии благословили два президентских срока Путина. Я
Путин Владимир Владимирович,
силы небесные взываю. Жизнь наша, Господи Боже, на слава Тебе. С праздником вас, матушка. С праздником вас. С двумя президентскими сроками Путина. С сроками Путина, Владимир Владимирович. Слышь, награда. Спасибо Путину, Владимир Владимирович. Сроком Путина, Владимир Владимирович. Два президента сроками Путина, Владимир Владимирович. 2012-2018. На подпись дали правительства Медведева Дмитрия. Два президента срока Путина, Владимир Владимирович. 2012-2018. На подпись дали правительства Медведева Дмитрия. Путина, Владимир Владимирович. Два высших президентских срока Путину Владимиру Владимировичу 2012-2018, 2014-2024. Высшие награды за медали Путину Владимиру Владимировичу и Мишане Марии Владимировне, Путину Владимиру Владимировичу, Дмитрию Кириллу, Собянину, Партии Незеленого, Армия Собянина, уже соответственно, если воскрес. Герои нашей комплексной непобедимой армии, полиции, армии. МВД, ГУМЧС, прокуратура. И мы сегодня в праздник, заводи. И мы сегодня в праздник Светлого Воскресения, Христова Пасхи. Мы идем в два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012, МВД, полиции, 2018, со Светлым Христовым Воскресением и с двумя президентскими сроками два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012, 2018, 2024 года. А на пост председателя правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича. Высшая награда ордена, медали. Вот знаменитая ветровка. Нобелевские премии мира. Высшая награда ордена, медали. Пойдем, наверное, на проходную. Высшая награда ордена, медали. Нобелевские премии мира. Государственные премии. Мир. Фестивали России, славы, честь, слава, честь России, высшие наградные ордена, Единая Россия, Единая Россия, Отечество, долг и честь, единство, веру и славу. Вот она, Петровка, 38, знаменитая. Славы и честь России, высшие наградные грамоты, имени Сергея Владимира, президента маршала Жукова, Путину Владимиру Владимировичу, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, Людмиле Санне Марии Владимировне, Екатерине Пусте, Сергею Владимировичу, Медведеву, Светлане Владимировичу, Сергею Семеновичу, Рашиду Галиеву, Горный Валу, Петровке 38, наша сеть, наш президент, ваша сила, правая честь. Вот она, знаменитая легенда. Герой нашей любимой страны, возвышенный смысл жизни, навеки да-да-да. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии Единая Россия. Медведева Дмитрия Анатольевича. Высшая награда, ордена, медали. Высшая награда, ордена, медали. Путину, Путину, Медведеву, Александр Марию Владимировичу, Светлане Владимировичу, Медведеву. Любили Александр Владимировичу, Собянину, Рашиду Галиеву, Колокольцеву, Бортнику, Коновалу, Герову нашему, Сердюкову, Бортнику, Сердюкову. Коновалу, Чайки, нашим героям, армия, МВД, ФБ, ГУМЧС, прокуратура, Воисия, образование, культура, спорт. Мы несем наш самый лучший в мире фильм, газету, подарить героям нашей доблести и полиции. Наша Россия, наш президент, наша сила, правая честь. В день Светлого Христова Воскресения. Наша Россия, наш президент, ваша сила, правая честь. Храм Христа Спасителя. Ну, пригодите, мы вас поснимаем. А может, один кадр из бунта? Всего доброго. Спасибо вас. Два приезда срока Путину Владимиру Владимировичу. Два президентских срока. Путин Владимир Владимирович. Наш президент, ваша правая честь. Путин Владимир Владимирович, 2012-2019. Поздравляем с двумя президентскими сроками. Поздравляем с двумя президентскими сроками. Путин Владимир Владимирович. 2012-2018. Высшей иерархии благословили два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу. Вот туда. Сейчас потерял. Сейчас потерял. Сейчас потерял.
Владимир Владимирович Путин, два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу 2012-2018-2024 и выше награды оригинальной медали Владимировичу Путину Дмитрию Анатольевичу Медведеву, патриарху Кириллу Александру Марию Владимиру Екатерину Пусть, Светлану Владимиру Ильичу Медведеву, вам главный герой России, Сергею Собянцеву, патриарху Кириллу Партии, Никитина Народной Армии, СБ Медведев, СБ Грубчик, прокуратура. Сохрани вас Господь, матушку и деточек ваших. Спасибо, Господи. Благословите. Два президентских срока Путин Владимир Владимирович 2012-2016-2024. Два президентских срока Путин Владимир Владимирович 2012-2016-2024. Два президентских срока Путин Владимир Владимирович высшая награда иерархии Путина Медведев Собянин Сергей Кирилл. Это два президентских срока Путина Владимира Владимировича. И мы все молились на службе, сильнее укрепившись во мнении, Христос ему миру спасения, России вся свет президента, два президентских срока Путина Владимира Владимировича, для всех высший смысл и цель единения, 2012-2018-2024. И на пост президента партии России Медведев Анатольевич. Поблагословил патриарх Кирилл. Батюшка, Христос воскрес! Благословите, Батюшка! Благословите, Батюшка! Спасибо, Путину, Владимир Владимирович! Спасибо! Спасибо! Высшая награда Медведеву, Путину и вам! Высшая награда Медведеву, Путину и вам! Спасибо, Батюшка! Высшая награда Медведеву, Путину и вам! Спасибо, Батюшка! Прекрасно благословил высшей иерархии Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, два президентских срока Путина Владимира Владимировича, Дмитрий Анатольевич, партия «Единая Россия», «Единая Россия», «Народный фронт». Всех россиян объединили на новое свершение вдохновения объединили. Дмитрий Анатольевич Медведев, всех россиян на новое свершение объединили. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Владимир Владимирович. Любви, надежды, высшей меры. Высшей меры. Христос воскрес, воистину воскрес. И высшая награда. Господь Иисус Христос и Божья Мать истину открыли. Всем истину открыли. Истину открыли. Наша Россия. И мы, Нестор Медлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Федор Николаевич, Людмила Ивановна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Елена Петровна, Елена Петровна, Татьяна Ургина, со всеми россиянами голосовать за Путина всегда призвали. Всех призываем голосовать. Призвали. Всегда будем призывать за Путина. За два президента срока. И главными героями России. Вас. Главными героями России. Все планеты назвали. Вас назвали. Наш президент. Ваш. Правый эффект. Российский мессия, величайшая Путин, звезда. Владимирович, на все вопросы время не ответил в своем выступлении. Ответил в своих исторических посланиях. В программе. С инаугурацией президента мы вас... И пути развития России, человеческой цивилизации наметил. Долгие блага лета. Христос воскрес. Воистину воскрес. Батюшка, Христос воскрес. Воистину воскрес. Благословите вас. Благословите, благословите. Два президента срока Путина, Владимирович, высшей награды Путину, Медведеву. Кириллу. Герой нашей Родины. Отечество. Герой нашей армии. Отечество страны. Гордиться вами Родиной. Все правы. Гордо нас владится этим прекрасным и светлым. Кто раб благоразумный,
тот с радостью да войдет в радость Господа своего. Кто потрудился постясь, кто возьмет ныне динарий, кто от первого часа трудился, тот должное справедливо да получит сегодня. Кто после третьего часа пришел, с благодарением да празднует. Кто пришел после шестого часа, достиг, нисколько не сомневается, ибо ничего не лишается. Кто замедлил до девятого часа, да приступит, нисколько не сомневаясь и ничего не боясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, и тот да не страшится промедления, ибо щедр Владыка принимает и последнего, как первого, успокаивает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и работавшего с первого часа. И последнего милует, и первому воздает достойное, и тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерение приветствует, и деяние почитает, и расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа своего, и первые и вторые получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержанные и ленивые, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, веселитесь сегодня. В крапе обильно, насладитесь все, телец убитанный, никто да не уходит голодным. Все наслаждайтесь пиром веры. Все воспримите богатство благости. Никто да не плачет о своем убожестве, ибо открылось общее царство. Никто да не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Никто да не боится смерти, ибо освободил нас от смерти Спаситель. Он угасил ее в издержимею, сошедший в ад, пленил ад, огорчил его, принявший плоть его, и это провидевший Исаия воскликнул. Ад, говорил он, огорчился, встретив тебя, преисподней, огорчился, ибо упразднился, огорчился, ибо поруган был, огорчился, ибо умерщвлен, огорчился, ибо низложен, огорчился, ибо связан, принял тело и к Богу прикоснулся, принял землю и встретил небо, принял то, что видел, и впал в то, чего не видел. Президентский срок Путина Владимира Владимировича. 2012-2013 пасхальное обращение. Христос и жизнь утверждается. Воскрес Христос, и нет мертвых во гробе, ибо Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Господи, человек, который есть, и тебе Богу спаю,
смертный, смертью смерть поправый, несущим во гробе живот даровавый, истинный Бог нас, молитвами пречистая своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых и праведных Богоотец, Иоакима Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе!